В мае 2021 года глава района сделала прививку от коронавирусной инфекции, отметив, что это максимально эффективный способ защитить себя и своих близких от тяжелой болезни. С момента вакцинации спутником ВИ прошло 6 месяцев. Сегодня Заур Хамирзов сделал ревакцинацию. Для дополнительной защиты от коронавируса руководитель района выбрал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Вместе с главой района ревакцинацию прошел и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Руководители исполнительной и законодательной власти района отметили важность прививки для улучшения эпидемиологической ситуации и призвали жителей пройти эту жизненно необходимую процедуру. Напомню, что повторный курс вакцинации могут получить все ранее вакцинированные граждане спустя 6 месяцев от момента последней инъекции. Ревакцинация проводится во всех прививочных пунктах района. Отметим, что работа в рамках прививочной кампании в Кашхабском районе продолжается. Всего на сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции привито 11 607 человек, что составляет 63,2% от общего плана. Ревакцинацию однокомпонентной вакциной «Спутником Лайт» прошли 1505 человек.